Всем привет! Мои прогнозы на матч Словения-Шотландия. Решил взять этот матч, потому что смотрел матч Словении против Англии и Шотландия против Словакии. Несмотря на то, что Шотландия победила, они играли почти всю игру в большинстве. Мне не особо не понравились. Примитивный футбол показывают, большие забросы, много борьбы, навесы и так далее. В принципе, даже словаки нормально смотрелись, играя в меньшинстве, но в конце вот все-таки шотландцы смогли додавить. Касаемо Словении, не проиграли 0-1 Англии, но их игра меня впечатлила. С одной стороны, не было так много моментов в ворот англичан, с другой стороны, в обороне словенцы играли хорошо, держались практически до последнего, уже в конце, когда им нужно было идти вперед, потому что им нужна была кровь из носу победа. Они уже начали рисковать, торопиться, ошибаться, и это привело к пропущенному мячу. Здесь, естественно, они будут играть более рационально, и, в принципе, Словения и Шотландия – это низовые команды. То есть во всех четырех матчах, в трех из четырех матчах Словении домашних проходил тотал меньше 3-5, разница забитых, пропущенных 7-0. Три матча они у себя дома победили, одну сыграли нулевую ничью с Англией, то есть даже англичане в гостях забить не смогли. Единственная победа крупная была одержана со счетом 4-0, но это над слабым соперником. Касаемо Шотландии, Шотландия в гостях не так здорово уступает. Два поражения 0-3 от Словакии и Англии. Победа 3-0 над Литвой, которая, ну, на самом деле очень слабая. И победа над Мальтой 5-1. То есть единственный матч, где тотал больше 3-5 прошел, это матч с Мальтой. Но там уровень сопротивления был очень низким. К чему я веду? Я веду к тому, что здесь очень интересная ставка, которая, считаю, обязательно должна заходить. Это то, что Словения проиграет 1x, плюс тотал меньше 3,5, коэффициент 1,82. Вторая ставка, которую я тоже возьму, это чистая победа Словении за 2,68. Обеим командам нужно побеждать, чтобы иметь возможность пройти на чемпионат мира. И Словения мне больше нравится по уровню футбола и по тому, как они играют у себя дома. Думаю, что Словения победит 1 или 2-0 в этой игре. И 2,68 – очень хороший коэффициент для этого. Какую сумму я поставил на эти ставки, узнаете в моем паблике ВКонтакте. Подписывайтесь на него. Также сможете забрать там дополнительные прогнозы. Ну, не забывайте подписаться на этот канал и поставить лайк к этому видео. Всем успехов и увидимся.